А в Шымкенте 58 семей справили новоселье. Ключи от новых квартир вручили ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и малоимущим семьям. Долгие годы многие из них снимали жилье. Девятиэтажный дом построили по государственной программе. Торжественное вручение уже по традиции превратили в праздник. Местные власти пообещали, что до конца года счастливых новоселов в городе станет больше. 24 года я ждала этого момента, этого дня. Каждый год я ходила в марте месяце, проверяла свою очередь. Чувства очень радостные. Захлестывает и радость, и то, что вот это все долгожданно все-таки наступило –